И всем привет, ребят! Это подводка к видеоролику, который у нас полноценно состоялся пару дней назад на одном из стримов. Я случайным образом, играя на данном замечательном интереснейшем аккаунте, сумел выбить нереальнейший жесткий рекорд, который по сей день, я думаю, что скорее всего не побивал никто. Но если у вас есть какие-то пруфы, доказательства, где какой-либо игрок набил большее количество киллов в матчмейкинговой битве, вы можете смело скидывать этот пруф в комментарий под данный видеоролик. А это такая минимальная подводочка, катка, в которой мне в Джиггернауте на старшем лейтенанте удалось набить 96 киллов. Я считаю, что это очень нереальнейший жесткий результат. Безусловно, мне очень сильно обидно то, что все же полноценно я не смог выбить эту самую соточку. Также там было набито больше 1500 опыта. Я считаю, что это очень достойный результат. И я вам желаю приятного просмотра данного видеоролика. Если вы хотите что-то подобное видеть чаще, чтобы я, например, догнался до той самой интересной соточки. Потому что, по сути, данный аккаунт еще не максимально прокачан. И здесь далеко не лучшие модуля и дронов тут вообще, по сути, нету. Если вы хотите, чтобы я гнался за новыми интересными рекордами, поддержите данный видеоролик. Ну и также не забывайте подписываться на канал. Я вам желаю приятного просмотра. Песок, Джаггер. Нормально. Сколько комп? Когда я его покупал 2 года назад, ну вернее, это сборка, была 1100 евро вроде, если не ошибаюсь. То есть это около... На то время это около где-то 80 тысяч рублей было. Примерно. Сейчас я не знаю, что там по ценникам. Может больше, может меньше. Давайте тыщенку в этой катке дадим. Хочу тыщенку набить. Надеюсь, что получится. Ну, Джаггер начинает улетать на респ. Походу, моя тыщенка накрывается медным тазом. Обидно. Нифига, мне сбили прицел сейчас. Чуть промазал. Челик чисто меня прикрывает. Один прикрывает, другой лагает. А, не будет тыщенки. Обидно, тысячи не будет. Слабая команда против. Так, по времени неплохо иду. Сильный бы Джаггер бы какой-нибудь бы попался, который бы стоял бы позиционно очень хорошо. Было бы неплохо. Но жаль, боты. Боты, боты и еще раз боты. Хотя, может, успеет еще. Я так, видите, неохотно сливаю его. Хочу тыщеночку. Блин, две воспарельсы сидит. И ни одна из них не прожимает овердрайв. Странно. Кило. Фриз должен овер, по идее, прожимать. У него овер должен быть его. Нифига себе, даже не откинуло.
нас поначали прожимать. Мамонт сейчас должен прожать. Если уж прожимать, то все. Вот еще иду. Еще 3 минуты. Еще полторы можно дать. Если Джаггер будет вражески жить. Давайте попробуем на максимум сыграть. Не хочу добивать. Пробую на максимум. Редкие катки бывают. Сейчас попробовать. Смотреть, сколько можно набить. Если вражеский джаггер будет жить, правда, то он может не жить. Челик ждал, пока я прожму овер, чтобы выехать на меня, поняли? Ну тоже типа по уму делал. Но чуть-чуть не повезло ему. Просто он не знает мои прокачки. Он думает, что там 2 выстрела плюнуть. Как по МК5. Я на респе. Тут надо чуть-чуть побольше плюнуть. Если честно, я сейчас очень начинаю рисковать. Тупо мало. Не знаю, так делать. Извиняйте, если сейчас чат не читаю. Сейчас я сыграю эту карту. Может быть, 100 киллов получится сделать. Все, время мало, не получится. Блин, тройная рельса была бы сейчас. Все, может, получится. Блин, сбил челик. Ноль урона. Смотрите, что Фриз делает, смотрите. А, не, он не пошел меня сливать. Я думал, он типа, знаете, как объедет и меня запушит. Я думал, по-хитрому поступит. Прошу заметить, это не МК-8. Это не фул прокачка. Блин, до сотки чуть-чуть не добью. Чуть-чуть. Одна. 96 киллов. Сука. Обидно. Жалко. Блин, ну за такую катку я думаю, что можно лайк поставить. Это сильно. Это очень сильно. Это прям очень сильно. Это сильно.